Панцерфауст 3 состоит из двух частей. Это из, собственно, ракеты и с пусковым с приспособлением, в котором входит прицел, оптический прицел, и также ручки и приклад с спусковым механизмом. Панцерфауст 3 имеет два положения. Первое – это фугасное для небронированных или легкобронированных целей. Для бронированных целей вам нужно вытащить вот этот штырь и вкрутить его настолько сильно, чтобы он не мог уже больше двигаться, то есть ретирован. Это делает его тогда кумулятивным оружием. Бронированные цели поражаются до 400 метров, прицельная дальность, идеальное расстояние около 200 метров. Для приведения в боевую готовность вы берете оптику и вкладываете крючок в эту вилочку на трубе. После щелчка проверьте, зарегистрирована ли она, и раскройте переднюю ручку и приклад. Так можно его взять на плечо. Потом вы открываете ручку, за которую вы держитесь, и уже после этого можно ее снимать с предохранителя. Белая S значит на предохранителе, красная F готов к бою. Rückstrahlzone frei. Achtung, Panzerfaust schießt. Treffer.